30 августа 1939 года, за день до начала Второй мировой войны, Гитлер сказал адмиралу Денницу, что если им придется воевать с Англией, то это будет означать гибель Германии. Всегда предусмотрительные, всегда составляющие далеко идущие планы, германские военные руководители после оглушительного триумфа в Западной Европе, можно ли было об этом мечтать? В течение 6 недель повержены Бельгия, Голландия и Франция. Последние английские солдаты покинули пределы континента. И вот тут-то немецкие стратеги оказались на распутье. Вернее, на разводе, потому что их главный враг укрылся за проливом Ла-Манш. Но оказалось, что никаких планов на продолжение войны с Великобританией у Германии нет. А между тем, единственный шанс на окончательную победу над Англией состоял в немедленной высадке на остров мощным рывком в первой половине июля 1940 года, пока еще англичане не были готовы к отражению десантов, а их моральное состояние было подавленным из-за поражений в Норвегии и Франции. Гитлер же в первые дни июля полагал, что Англия уже проиграла войну и вот-вот пойдет ему навстречу в его желании заключить мирное соглашение с Великобританией. Причем в основу этого соглашения должны были быть поставлены всего 2 условия. Первое. Англия соглашается с гегемонией Германии в Европе. Второе. Германия не претендует на британские владения в остальном мире и даже помогает сохранить Британскую империю. И если бы такое соглашение последовало, вот уж горе большевистской России. В этот месяц всемирной истории от позиции Великобритании зависела судьба многих европейских стран, попавших под власть объявленного Гитлером тысячелетнего рейха. Но никогда еще и Великобритания не оказывалась в такой большой опасности. Дни на улице. Миллионы немцев приветствовали победителей. Войска шли и шли, вызывая на улицах Берлина приступы всеобщей любви к вермахту, взявшему реванш за национальный позор осени 1918 года, одержавшему решающие победы на полях сражений Бельгии, Голландии и Франции. Триумфальная истерия охватила немцев. Глядя на восторженные толпы берлинцев, кажется, что они в эти мгновения коллективного счастья начисто забыли о том, что Великобритания не побеждена, что англичане наращивают свои военные мускулы и что большая война продолжается. И всякому разумному политику должно быть ясно, что крушение Франции – это всего лишь эпизод, хотя и значительный, в войне, претендующий на звание мировой. Но как было сохранить разум посреди такого половодья народной любви? В первый день июля новое правительство Франции во главе с маршалом Петеном обрело новую столицу. Ей стал небольшой городок Виши. С этого дня в политическом словаре появилось сочетание «правительство Виши». Правительство неоккупированной части Франции, конечно, полностью зависимого от Германии. Итальянцы начали наступление в Северной Африке 1 июля против англичан с территории современной Ливии. Значительно превосходящие силы маршала Грациани прошли несколько десятков километров по пустыне и остановились, скорее от жажды, чем от сопротивления британских войск, которых в этот момент было в 10 раз меньше, чем итальянцев. Лакомой целью Муссолини был, конечно, Египет, захват которого принес бы Италии господство в Средиземном море и лавры Наполеона для дучи. Но достичь этой цели самостоятельно, без германской помощи, итальянцы не могли.
Немецкая авиация 2 июля совершила первый воздушный налет на лондонский порт. Он не был массированным и преследовал прежде всего психологические цели. В эти тревожные для Великобритании дни начала июля один и тот же настойчивый мираж упорно преследовал английских политических и военных лидеров, вызывал леденящее чувство страха и немедленное желание ему противодействовать. Французский флот, один из самых мощных в мире, третий или четвертый по силе и числу боевых кораблей. Если этот флот достанется немцам, положение британского острова станет безнадежным. Недостающее слагаемое для окончательной германской победы будет получено. Гитлер был осторожен и не торопился высказывать свои претензии на французские корабли, чтобы не оттолкнуть от себя новое правительство Франции. В качестве союзника оно было ему важнее флота. Но очень торопился Черчилль. Конечно, никаких законных оснований для нападения на французский флот у англичан не было. Тем более, что командующие французских эскадр, стоявших в британских портах и в египетской Александрии, согласились с английскими требованиями разоружиться. Но тот, кто в подобной ситуации руководствуется моралью, никогда не выигрывает войн. Черчилль принял решение немедленно покончить с основными силами французского флота. Это сомнительное решение напасть на своего недавнего союзника для будущего оказалось весьма и весьма необходимым. 3 июля 1940 года британский отряд кораблей под командованием вице-адмирала Сомервилла подверг ожесточенному обстрелу и бомбардировке с воздуха французскую эскадру, стоявшую в порту Мерс-Аль-Кабир, вблизи алжирского города Арана. Французы ответили энергичным огнем, но понесли большие потери, хотя основной отряд их кораблей во главе с линейным крейсером «Страсбург» сумел прорваться из Алжира в Тулон. Более 1300 французских моряков были убиты. Затем 8 июля в африканском порту Дакар британцы тремя взрывами сумели вывести из строя новейший французский линкор «Ришелье». До этих событий в собственно французских портах военного флота за исключением нескольких тральщиков не было. После английских нападений уцелевшие французские корабли избрали местом своего базирования порт Тулон. Этим британским акциям нелегко было найти оправдание и после войны. Уже в качестве победителя Черчилль нашел еще одну причину нападения на французский флот. Устранение французского флота, как важного фактора, почти единым ударом, с помощью насильственных мер, произвело глубокое впечатление во всех странах. Это сделала Англия, которую многие сбросили со счетов, думая, что она беспомощна. Англия, которая, как полагали иностранцы, трепещет на грани капитуляции перед могущественной, выступившей против нее державой. Англия нанесла жестокий удар по своим лучшим вчерашним друзьям и обеспечила себе временное бесспорное господство на море. Стало ясно, что английский военный кабинет ничего не страшится и ни перед чем не остановится. Так оно и было. Что касается глубокого впечатления во всех странах, как пишет Черчилль, то это впечатление, видимо, все-таки было неоднозначным. Но какое впечатление обычно производит вероломство? На следующий день Петен разорвал дипломатические отношения с Великобританией, и авиация Виши произвела воздушный налет мести на английскую базу в Гибралтаре. Но по странной случайности все французские бомбы упали в воду. Разрыв с Англией и возмущение ее нападением на французский флот способствовали тому единодушию, с которым 11 июля французский парламент избрал маршала Филиппа Петена правителем Франции. 569 голосов за, 80 против. Дневник посетителей кремлевского кабинета Сталина в июле отмечает его постоянные интересы и внимание к военным проблемам и военной промышленности. Сталина особенно заботит производство новых типов танков и самолетов, выпуск которых наращивался очень и очень медленно. Чтобы ускорить его, были приняты строгие меры, в том числе и очередное драконовское постановление Президиума Верховного Совета СССР о выпуске бракованной, некачественной продукции, что приравнивалось к умышленному вредительству и преступлению. Авиация Германа Геринга для борьбы с Англией получила удобные аэродромы в Голландии, Бельгии и Западной Франции. Это сразу сказалось в войне на море. В июле немецкие летчики потопили 33 корабля противника.
о готовности англичан использовать любую, на первый взгляд, самую невероятную возможность, чтобы предотвратить готовившееся германское вторжение в Англию, свидетельствует один весьма и весьма примечательный факт. Популярный британский радиокомментатор Сефтон Делмер, тот самый, которого руководство едва не отстранило в свое время от эфира за несвоевременные, как руководство считало, и слишком резкие высказывания в адрес Гитлера и нацистской Германии, однажды в эфире преподнес немцам своеобразный урок английского. Я процитирую. «Вы, видимо, знаете, — говорил в микрофон Делмер, — что мы, англичане, славимся своей неспособностью к иностранным языкам. Поэтому вам, господа, готовящиеся нас посетить, не мешает усвоить несколько английских обиходных фраз. Тема нашего первого урока – переправа через пролив. Повторяйте за мной по-английски, – сказал Делмер. Переправа через пролив. Так, хорошо. Теперь дальше. Моя баржа тонет. Вода холодная. Очень холодная. А теперь, — продолжал Делмер, — выучите глагол, который вам, судя по всему, очень пригодится. Повторяйте за мной. Я горю, ты горишь, мы горим и так далее». После естественной оперативной паузы немцы 10 июля провели большой воздушный налет на английские порты. Немецкие бомбардировщики шли в сопровождении большого числа истребителей демонстративно. И в этом угадывалось желание испытать силу английской авиации, увлечь ее в бесконечные бои с более опытными пилотами. Герман Геринг настойчиво убеждал фюрера, что его Люфтваффе имеет значительное превосходство над королевскими воздушными силами, и в течение месяца Германия сумеет завоевать воздушное господство в небе над Англией. Гитлер был настроен более скептически и уже в конце июля сказал гросс-адмиралу Редеру: «Если после 8 дней интенсивной воздушной войны немецкая авиация не уничтожит значительную часть вражеской авиации, портов и военно-морских сил, всю операцию придется отложить до мая 1941 года. Но мы сегодня знаем, что на май 1941 года у Германии будут совсем другие планы, и высадка в Англии там уже не значится». Тогда, в июле 1940 года, Гитлер все еще рассчитывал добиться компромиссного мира, хотя бы и на благоприятных для Англии условиях. Он даже сказал своим генералам, что война закончена, разрешил отпуска, а часть войск немедленно убыла в Германию и на восток. Но вот воздушной войной, полагал Гитлер, можно было попытаться нанести Англии большие потери и тем принудить ее к подписанию мира. Но уже первые июльские налеты показали, что превосходство германской авиации незначительно, что английские летчики-истребители с каждым днем все увереннее действуют против прославленных германских асов, что потери самолетов быстрее способны восстанавливать британская военная промышленность, и даже что систематических налетов крупными силами немцы проводить не в состоянии. Кроме уже перечисленного, необходимо учитывать и ограниченный радиус действия германских машин, тогда как английские имели большую свободу, ведя бои фактически над собственными аэродромами. В июле неорганизованные в тактическом плане немецкие воздушные налеты привели к потере около 340 самолетов при английских потерях в 186 машин. В конце июля Геринг решил приостановить воздушное наступление для проведения подготовки к массированным налетам в августе. Но Гитлер все еще думал, что Англия вот-вот согласится на его великодушное предложение о мире. В середине июля Германия уже не могла победить Англию ни с помощью блицкрига, ни посредством какой-либо стратегической неожиданности. Никакой последовательности в действиях немцев теперь не просматривалось. 16 июля Гитлер издал директиву о начале подготовки высадки десанта в Англию под кодовым названием «Зея Лёве» – «Морской лев». И
из директивы номер 16 Заилева, так как Англия, несмотря на свое безнадежное военное положение, не проявила до сих пор никаких признаков готовности к ведению переговоров, я решил подготовить и, если понадобится, осуществить десантную операцию против Англии. Целью этой операции является устранить британскую метрополию как базу для продолжения войны против Германии, и, если это потребуется, оккупировать ее полностью. Обратите внимание на два оборота. Первый. Если понадобится, осуществить десантную операцию. Второй. Если это потребуется, оккупировать ее полностью. Куда девалась обычная гитлеровская агрессивность и решительность? Не была ли операция Заилева полным блефом, маскировкой для наступления совсем в другом районе? Великобритания оставалась по-прежнему владычицей морей, и ее мощный военно-морской флот представлял серьезную угрозу для идеи высадки на Британских островах. Британия не обладала, как мы знаем, многочисленными и боеспособными сухопутными силами, но артиллерийское вооружение имело весьма приличное, и поэтому южное и юго-восточное побережья Великобритании были неплохо защищены, прикрыты мощными артиллерийскими орудиями, калибр которых доходил до 14-13,5 дюймов. Ну и, наконец, еще одно обстоятельство, на которое, наверное, стоит обратить внимание. Речь идет о том, что тогда, летом 1940 года, Германия не располагала достаточным количеством десантных средств, которые можно было бы использовать для того, чтобы перебросить на Британские острова сколько-нибудь многочисленную военную группировку. Япония, как и Советский Союз, начала использовать европейские потрясения в своих интересах. В июле правительство Виши вынуждено было согласиться с вводом японских войск в Индокитай. Больше всего это возмутило Соединенные Штаты. И американский президент Рузвельт 24 июля потребовал вывода японских войск из Индокитая, а еще через два дня заморозил японские вклады в банках США и запретил поставки нефти в Японию. Поскольку точно такие же враждебные действия по отношению к Японии произвел премьер Великобритании Черчилль, в стране восходящего солнца начали задумываться о будущем и напрямую связывать его с войной. Без нефти Япония существовать не могла. Под давлением Японии Великобритания вынуждена была закрыть бирманскую дорогу, по которой шла в Китай западная помощь армиям Чан Кайши. Черчилль объяснил это тем, что в новых условиях Япония и Китай смогут быстрее договориться о мире. Конечно, подобное объяснение могло только рассмешить обе воюющие на Дальнем Востоке стороны. Впрочем, сэр Уинстон, как говорится, ловил момент. Ему было важно отодвинуть проблему, чтобы о ней перестали говорить в ближайшие несколько дней. Середина июля для Гитлера была периодом и триумфов, и растерянности одновременно. Дальнейшие германские перспективы оказались в сильном тумане. Великобритания с каждым днем не ослабевала, а усиливалась. На востоке продолжалось перевооружение Красной армии. Гитлеру уже мерещилась какая-то бесконечная война, из которой нет никакого выхода. 19 июля фюрер в Рейхстаге произнес последнюю из своих длиннейших речей. Сначала он, конечно, остановился на победоносном завершении войны на Западе, говорил о разгроме Франции, крахе Великобритании, оскорблял Черчилля, но главным в его речи был следующий абзац. Я считаю долгом перед собственной совестью еще раз обратиться к разуму и здравому смыслу как Великобритании, так и других стран. Мое положение позволяет мне обратиться с таким призывом, ибо я не побежденный, выпрашивающий милости, а победитель, говорящий с позиции здравого смысла. Я не вижу причины, почему эта война должна продолжаться. Неудивительно, что фюрер не видел этих причин. Пережить такой апофеоз, зрелище массовой победной истерии в Берлине 20 июля. Эти восторженно ревущие улицы и самого осторожного политика могли бы превратить в авантюриста. Гитлер забыл, что англичане как раз никогда не разговаривают с победителями, и они ответили на его предложение непреклонным «нет».
Странная вещь истории. После оглушительных фантастических успехов победитель уже не знает, что ему делать дальше. Гитлеру еще предстоит осознать, какой поворот и в какую сторону его судьбы и карьеры сыграют эти триумфальные месяцы 1940 года. А пока за победу над Францией 12 генералов вермахта были произведены фельдмаршалы, а для командующего авиацией Германа Геринга изобрели особый единственный титул – рейхсмаршал. И толстый Герман начнет сам придумывать себе форму и знаки отличия. Танковый король Генс Гудериан был произведен в генерал-полковники. Будущий танкист родился на Висле 17 июня 1888 года в семье германского офицера. Участник Первой мировой войны, воевал в пехоте, дважды был ранен. В период между двумя войнами, писал Гудериан, занимался главным образом организацией бронетанковых войск Германии. Интересно, что будущий теоретик Блицкрига проходил учебную стажировку в Советской России и многому у нас научился. Уже в 1937 году вышла книга-учебник Гудериана для танкистов «Танки вперед», где будущая маневренная война прогнозировалась и описывалась. Идеи Гудериана скептически оценивались высшим командованием вермахта, но на полях Польши и Франции возглавляемые им танковые дивизии корпуса вносили решающий вклад в немецкие победы. В начале войны с Советским Союзом, где обширные пространства и упорство в обороне русского солдата не привели к победе, а Блицкриг провалился уже в первый месяц германского наступления, начался закат Гудериана и как теоретика, и как военачальника. Мы еще встретимся с Гудерианом в самом конце Второй мировой войны, когда Гитлер назначит его начальником генерального штаба. Но это уже будет совсем другой генеральный штаб, другой Гудериан и совсем другая война. Генеральный штаб Германии начал разработку нескольких альтернативных планов войны против СССР. В одном из них содержалась констатация желательности того, чтобы Красная армия первая начала наступление, а Германия во встречных сражениях разгромила бы основную часть советских вооруженных сил. Геббельс утвердил план эвакуации евреев из Берлина. Для камуфляжа в дневнике он писал, что всех евреев после войны перевезут на остров Мадагаскар, где будет создан германский протекторат во главе с немецким полицейским губернатором. То, что творилось нацистами в Польше, им удобнее было бы сделать на Мадагаскаре. В Японии была арестована группа иностранных разведчиков во главе с британским корреспондентом агентства Рейтер Коксом. В стране возникала и поддерживалась антианглийская истерия. Гитлер в это время уже смотрел на восток. 31 июля он провел совещание с фельдмаршалами Кейтелем и Браухичем, генералами Гальдером, Йодлем и гросс-адмиралом Редером. После довольно вялого обсуждения перспектив высадки в Англии, Гитлер, судя по дневнику Гальдера, сказал: «Принимая решение, следует учитывать, что мы никогда не должны рисковать зря». После этого, очевидно, исходя из того, что нападение на СССР представлялось Гитлеру значительно меньшим риском, чем десант на Британский остров, началось обсуждение плана войны с Советским Союзом. Ничего нового в стратегическом смысле сказано не было. Опять рассматривался вариант Блицкрига и намечался срок – май 1941 года. «Если Россия будет разгромлена, – записал Гальдер слова фюрера, – Англия потеряет последнюю надежду». Стратегия непрямых действий – идти в Англию через Россию. Теоретически верный тезис, но он означал все-таки войну на два фронта, чего германские стратеги стремились избежать. Теперь они успокоили себя тем, что максимальная продолжительность войны на российских полях – не более 5 месяцев, а за это время Великобритания не успеет собраться с силами, чтобы нанести Германии весомый удар. Рассмотрим два положения, на которых основывались гитлеровские планы сокрушить Советский Союз путем быстротечной военной кампании. Первое. Англия не успеет. В этом Гитлер был прав. Ни в 1941 году, ни в году 1942, по сути решивших исход войны в России, Великобритания не смогла внести большого вклада в войну. Надо учесть и то, что германские лидеры имели в виду позицию Японии, которая уже начала присматриваться к британским владениям на Дальнем Востоке. Но вот второе положение. Новый блицкриг в условиях абсолютно не похожих на польские и французские. Явный плагиат,
военном планировании. Германское руководство не предусмотрело и не задумалось даже о необходимости замены танковых моторов после того, как они, что очевидно, выработают свой моторесурс на бескрайних просторах России. И не рассчитало, что даже и без учета какого-либо сопротивления в Советском Союзе, хотя бы из-за песчаных дорог, будут возникать неизбежные оперативные паузы. Но с этими просчетами германских планировщиков очередной агрессии мы еще встретимся в следующих сериях нашего фильма «Вторая мировая. День за днем». «31 июля на совещании с военными Гитлер упомянул советский фильм о победоносной для СССР будущей войне. Вероятно, Гитлер смотрел кинокартину Петра Павленко или Николая Шпанова «Если завтра война» или «Первый удар», где советские танки и десантники неотразимо громят своего воображаемого противника. Здесь бы сказочки, да и конец.